Шалом, друзья! Сегодня 7 июля. И я сегодня хочу с вами поговорить о такой интересной теме, как злословие. Знаете, Евангелие — это простая практическая книга, которая учит нас реагировать на определенные ситуации и обстоятельства в нашей жизни. И от того, как мы реагируем на них, будет зависеть, на насколько, насколько мы сможем подняться в наших отношениях с Всевышним. И я хочу, чтобы мы посмотрели, как реагировали мужи Божии в священных писаниях на то, когда их злословили. Вторая царь, 16 глава. Вы помните эту историю? Давид убегает от Авесолома. Он, он в смирении, он в сокрушении сердца, понимая, что пришли суды Божьи в его жизнь за грех с Версавией. И не став конфликтовать с Авесоломом, он уходит. И вот по дороге встречается человек по имени Семей и начинает злословить его. Начинает поливать грязью, начинает бросать в камни и оскорблять царя Давида, помазанника Божьего. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, как реагирует на эту ситуацию царь Давид. Знаете, Авеса, сын Саруин, 9 стих 16 главы 2 царств, говорит ему, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я сниму с него голову». И сказал царь, «Что вам, суны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Обратите внимание, Давид говорит, что он злословит не сам по себе, это решение Господа, позиция человека Божьего, что Он все смотрит сквозь призму Божьего всемогущества. И если кто-то злословит тебя, то Царь понимает, что это было допущено Господом. И обратите внимание, как Он реагирует на это. Он говорит в 11 стихе. «И сказал Давид Овесе и всем слугам своим, вот если мой сын, который вышел из чресел моих, ищет души моей, тем больше сын Венемитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Иными словами, Давид говорит, пусть злословит, может, Бог увидит, что я в смирении. Может, Бог увидит, что я в сокрушении. И Он благословит меня своей добротою, потому что у Него много милости. Давид реагирует так, как реагировать должны мы, верующие Нового Завета, в смирении и сокрушении, понимая, что эти обстоятельства и эти события в его жизни допущены Всевышним. Знаете, я хочу, чтобы мы сегодня заглянулись, заглянули с вами в Брит Хадаша, в Новый Завет, и увидели то повеление, которое Всевышний заповедовал своим детям, как мы должны сегодня реагировать на то, когда нас злословят. Знаете, бывают различные ситуации, и нас оскорбляют, и нам говорят неправильные вещи в нашу жизнь, и бывает, что мы этого заслуживаем. Наше поведение, оно иногда, мягко говоря, не соответствует священным писаниям. Но когда мы делаем что-то хорошее, когда мы стараемся для Господа и нас обижают, то есть конкретное поручение, как мы должны реагировать на эту ситуацию. Первое послание Петра, вторая глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делая добро и страдая, терпите, то это угодно. Ибо мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Я хочу обратить внимание, Писание говорит, это пример, потому что Христос ⁇ это цадик, праведник, который пострадал за неправедных. В иудаизме есть концепция страдающего праведника, страдающего несправедливо за грехи людей. И Иешуа был именно этим праведником, который пострадал несправедливо. Он не должен был все это нести, но он согласился это сделать, чтобы мы получили эту свободу. И Писание говорит, он показал нам пример. И Писание говорит, это угодно Богу, если вы делаете добро, страдаете несправедливо. Оказывается, Господь хочет, чтобы мы страдали несправедливо, и Ему это нравится. Знаете, может, нам может показаться, зачем я должен страдать. Сегодня принято в современном христианстве говорить о благословениях, о процветаниях, об успехе, о том, что все будет хорошо. Но здесь мы видим, Писание говорят, ибо то угодно Богу. И мы должны поступать точно так же. Знаете, интересный момент. Если мы увидим на ту славу и на то величие, которое сегодня Всевышний предоставил нашему Спасителю, то мы поймем, оказывается, в этом есть свой вкус, свой смак пострадать несправедливо. Потому что ты понимаешь, если ты страдаешь несправедливо, Бог хочет благословить тебя и поднять тебя в определенную позицию и благословить тебя. И, как говорил царь Давид, воздать тебе добротой и благостью. И если мы сегодня поймем, что когда нас оскорбляют несправедливо, и когда нас злословят, в этом есть мило Божия, милость Божия, тогда мы начнем по-другому реагировать. Иногда мы страдаем, иногда мы сражаемся, иногда мы страдаем, иногда мы запрещаем тем, кто злословит нас. Но обратите внимание, Писание говорит, Ишуа, будучи злослоем, он не злослоил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Это точно так, как поступил Давид, который является одним из прообразов Мессии в Ветхом Завете. Я еще хочу дать один практический совет, который написан в Священных Писаниях. 3 глава 1 Петра говорит, 16 стих, «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постажены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы провести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши». Знаете, представьте такую ситуацию. Вы видите нищего, который сидит с какой-то баночкой, собирает какие-то копеечки, и вдруг у вас есть побуждение благословить его хорошей суммой. Вы наклоняетесь, чтобы положить купюру в его, э, в его коробочку, и вдруг он начинает кричать ⁇ Воруют ⁇ Воруют! Украли деньги мои! ⁇ И люди вокруг вас начинают злословить и говорить, что вы обижаете, что вы э, украли у нищего деньги. Но вы-то понимаете, что вы старались помочь, сделать доброе дело, а вместо этого пострадали. Я хочу сегодня ободрить и вдохновить вас, что на самом деле Бог видит и Бог знает, когда вы страдаете несправедливо, когда вас оскорбляют и когда обижают. Посмотрите на эту ситуацию, как на возможность получить Божье благоволение. Посмотрите на эту ситуацию, как на возможность подняться в Царстве Божьем. Посмотрите на это как на новую возможность, на новую ступень в ваших взаимоотношениях с Всевышним. Посмотрите на это как на способность и на возможность сделать еще один шаг в Божье присутствие, еще один шаг, который изменит ваш характер, преобразит его образ нашего Машиха, чтобы мы стали действительно похожими на него. Я хочу сегодня помолиться за тех людей, которые сегодня, возможно, делая хорошие и добрые вещи для Господа, не видят награды, но в ответ получают злословие и оскорбления. Потому что люди не понимают того, что они делают, потому что люди не всегда могут увидеть состояние сердца и мотивы, для чего я это делаю и почему я это делаю. Писание говорит, ибо то угодно Богу, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Я хочу помолиться сегодня именно за тех людей, которые страдают Несправедливо. Дорогой Отец Небесный, я молю Тебя во имя Ишуа, за тех людей, которые сегодня работают на Тво ⁇ Поприще, которые сегодня выполняют твою работу, которые сегодня трудятся для славы твоей. И вместо того, чтобы получить благорасположение и благоволение людей, они видят в своей жизни злословия и оскорбления. Я прошу тебя, дух святой, благослови их и воздай им своей благостью и добротой, чтобы они в этой в этих обстоятельствах и в этой ситуации увидели твою милость и получили возможность подняться на новый уровень, чтобы они посмотрели на, на эту ситуацию как на твое благословение, которое сегодня приходит в их жизнь за то, что они, делая добро, страдают несправедливо, посмотрели как на новую возможность, на как на ступень к духовному росту. Я прошу, благослови и утешь ради славы Твоей во имя Ишуа Мессии. Амен. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день, Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавых. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.